Так, и вот, все сбануло. Никит, у меня уже все загрузилось. Готово нажимать, да? Ну, наверное. Сейчас схожу, приду. Отойду. Комитет отвечает об аддонам. Ну, стандартные баны, как и в прошлый раз. А, ну только Аквила теперь банят аппарата. Все-таки решили, что проблема была в аппарате. Они объявили. Хотя могут, наверное, сейчас сами все с пиком Виви разобрать, чтобы не давать комикам. Сейчас посмотрим. О, да. Ну все стандартно у этих комиков. Стабильные ребята. Ничего не меняется. Выбирают вайпера на ФП. Давай посмотрим, что ответит комитет. Так, так. Интересно, проканает эта страта в очередной раз или нет? Так уже все перебанили. Вообще-то... Мне кажется, аппарат там ключевой был. А, нет, смотри. Пацаны уверены в своей теме. Просто вот сейчас Аквиле надо взять героя, который постоит один на один с Ликаном. И еще одного, и... который против триплы постоит. И нормальную триплу, да. Есть которая... у нас это, с даблмидом же еще тема. Или брать Лича, да, куда-то там дабл. Ну вот сейчас. Не, Клинкса я бы взял вот Лас Пика. У них, короче, будет последний пик. Я бы взял Клинкса и отправил против Ликана. Сейчас бы взял саппорта. Не знаю, там, визажа. Ты смотри, они могут услышать последнему топику. Или Рубика взять, он везде зайдет. Ну, вот сейчас не очень заходит Рубик для 2 физдамагера. Ну, нужен человек армор, вот Лич бы идеально зашел сейчас. Ну, Брестла берут. Походу вот в триплу Брестла. Походу, да. Победит. Опять пытаются пойти нормальное трипло, типа все-таки. Не знаю, получится или нет. Ой, сами банят Нагу. Это ж. Честно. Да. Не скликнули? Может сейчас и обманут по лайнам как-то вообще всех. Зря банят Фуриона. Да, могли сами взять. Просто некуда Фуриона уже. Себе могли взять. Зрано, что банят. Да и себе тоже так. Не, себе почему? 4 плюс 1 бегать с Брестлом, это вообще самое оно. Вайпер странный пик. Первым. Первым нельзя брать вайпера. Как по мне. Как бы Ликан как бы 5 до 2 бегает там, без разницы. Ну да, в принципе. А вот его ульты. Дамажит он так себе в начале. Mm-hmm. Да и потом он не дамажит, yeah. Не кэри. Ну любят вайпера. Как можно любить вайпера, не знаю, но... Не знаю, меня прям бесит на нем играть, что-то раньше любил. А сейчас это вообще жесть. Ну да. На антимагии-то веселее. Конечно. Вайбер, что там, пошел, плюешь. Ультанул, плюешь, все. Две пассивы. Вот, брат. Ой, не знаю. Нужен Абадон. А, Абадон в бане. Вот, пацаны, видишь? Ходит триплой в хард, банит Абадон. Ну да. Ну ты читаемо зато очень сильно. Ну, мам, как бы... Подрастут, начнут еще и Лича бани. Если триплой в хард собираешься идти. Можно просто, короче, берем Лича в софт, отправляем, и все, вот этот триплой. Да. Насасывает по-жестко. А можно вообще никого не взять, короче. Да, тупо в чужой лес. Да, пусть они там триплой, не знаю, ну спушат они табор, подумаешь. Начнут ромить, конечно, это да. Неприятно.
Ну, просто надо подгадывать, как-то там стоять, ждать в лесу Рома на меду. Вот стрёмно, что опасно, видишь, в своем лесу. Нужен такой герой в лесу, который не сдохнет. Не знаю, есть ли... В своём ну, вот... лесу? Энча, да. Нет, вот когда... Нет, в своем лесу против триплы, если там соло стоит, лучше не надо отправлять. Ну, а куда ты отправишь? У тебя еще как бы два героя. В чужой лес. Ну, в чужой, это тоже как бы такое. Ну, брать лича или собика и отправлять лича там на какой-нибудь лайн. Не, ну вообще да, но ты должен знать, что они триплой в харте. Это сейчас вот они типа знают, да? Сайленсер странный. Берут зачем-то сайленсер, ну, вот это вообще... Нет, типа, чтоб в троих кидать эту, чтоб у них маны на рассказ не было. Нет, это такое дерьмо. Это... У них в итоге сейчас трипла без стана будет. Ну, может, и со станом сейчас кого-нибудь берут, ну, так себе. Не-не-не, это уже... Сайленсер. Это уже не то, да. Его зафокусить можно и все. А может они, кстати... Нет, не может быть. Подсейвить. Вот им бы реально зашел визаж, вайпер. Визаж, вайпер, рубик. Рубик, и все, они бы их просто уделали там. Венга кидает стан, тут же плевок, тут же этот, все, минус венга. Единственное, что все время это сосет разор. Ну, можно в разора просто визжать. Можно, да, просто его зафокусить. Поднять рубиком, да, плюнуть там визажом. Вот. Остальные там не надамажат. Это, наверное, в мид. Или в триплу все-таки. Думаю, в триплу. Ну, нельзя вот так вот. Ну, что они такие? Из-за них, кстати, болеет наш один. Да я тоже туплю за них. За Аквилию? Аквилу? Да. О! Вот 4 пика, ни одного стана. Не знаю, что ребят думают. Да, там просто будет ваншотить персонажа одного. И они будут просто отходить. Сайленсер ничего не делает, зомбарь тоже как бы затягивает тоже. Бристол без цемки еще, он там без маны будет стоять. Вот, кстати, сайленсер нормально против бенги, потому что один раз попал, и у него не будет на второй стан. Ну, типа, если там как... Ну, это очень тонко. Если они... Только против этого брали сайленсер, ну, то... Непонятно, да. Не знаю. Так себе это, мне кажется. Брать сайленсер, чтобы выключать вингу. Не вингу, а вообще триплу. Ну, не знаю, да, плохо стоит. Я думал, хорошо раньше тоже. Типа, кидаешь троих, там маны нету. Нифига. Короче, единственное, что мне кажется сейчас может спасти, это сайленсер отправить в мид, вайпера в хард. И добрать ЦМ-ку. И будет Бристол, Андайн и ЦМ-ка. Ну да. Можно еще как-то. Ну они так не сделают точно. Ну да, вот думаю. Никс, кстати, против Сайленсера тоже как бы. Ну и то, это Андайнга будет взрывать там вообще просто за два стана. Он даже там будет не успевать будет. Алхимист. Подбанили этого Дрексира. Угу. Стяжка под дикей называется. Ага, и под это. Под сало, да? Салец. Да. Как кружок курсов за сало. Чё, мидер нужен, да? Наверное, большую возьму. А, большой бань. Кушающих мидеров не осталось, кстати. Более-менее кушающих. Сейчас, походу, будет просто дефолтный мидер. Кстати, вот на этом капе не видно Мирану. Странно, сильный герой. Вот этот инвиз. С инвизом можно такие вещи творить. Да. Можно. Всякие разные. Пила. Вот что пацанам посоветуешь? Вообще, блин, не знаю. Сами себя загнали в беспонтовую ситуацию. Набрали каких-то недогероев. Да, вот эта пила и станов. Им нужен просто какой-то... Вот сейчас у них даже замедлить нечем. Все разбегутся от тамбы, от... Бристол никого не догонит, сайленсер вообще useless. Под тамбой надо замедлять всех.
Веник в бане. СМ-ка только осталось. Ну, говорю, Сало нет. Кто еще замедляет из героев-то сильно? Какая-то панда, может, брюмастер. Не знаю. Тогда вот эта трибла Бристол Сайленс рандает, она прям вообще дерьмо и триблу не придумать. Да. Вот странно, есть же визаж, почему так? Почему не взять? Наверное, у них нет человека визажа, который на нем 150 игр сыграл. Возможно. Ой, ну ЦМ-ка, ну... Может, они послушали, реально услышали это? Ну, такие, что делать, что делать? Ну, давай стрим включим. Там, может, кто что скажет, путного, ага. Ой, смотри, сет у Никса. Надо брать ЦМ-ку, надо брать ЦМ. Бристол Харт. И, короче, они... Сейчас, надо посмотри, как по лайнам. Вот, у них нет тоже дефолтного хардлайнера. Опять у нижних, ой, у верхних. То есть, да, кто бы там ни стоял в сейфе, он насосет. Ну нахрена вот они бегут в чужой лес? Они, вот эти хомяки 10 игр сыграли, 10 игр они одной и той же стратой. Трипла в хард? Не, ну они-то 10 не видели, они видели только одну. Ликан вон в них пошел опять. Вот кого сейчас в топ отправить? Потому что не пошли в хард. Сейчас походу останутся триплой в харде. Да, да, да. Ну в топ-то кто должен пойти? В топ, наверное, Бристла. Ну и Бристол там говно будет есть. В топе. Да, будет есть. И Вайбер будет ну, есть. Просто остальные никто нормально не будет. Да, да никто вообще не постоит, даже Бристол. Надо что было. Ну, непонятно делать, что-то сами не понимают. Хороша найдут. Вайпер внизу да? Против пилы. Ну хорошо, получилось. Да, да. Я 2-1-2 что ли? А, это трипла внизу остается. Все, Бристла с солнцем. Трипла с вайпером, СМ-кой и эти. Да, ну вайпер бы тут спокойно постоял в соло. Да, да, да. Вот эти СМ-ка с андаингом ни хрена там дело не помогло, не только опыт. Да, а в топ бы пошли, и, может быть, удалось бы постоять даже. Да. А в миде сайленсер против собаки, смотри. И Бристол бежит в хард. Ну, это вот эти беготня. Угу. Куда Бристол-то побежал? Ну, клоуны, что ли? Да, и Вайбер тпшится. Я ничего не понял. Сейчас, зачем? Короче, пока саппорты будут бежать, вайперы заберут, смотри. Ник заходит сзади. Ну давай, 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 друг. Ну он дурак, что ли, вайпер? Начинай. А, сосанки нет. Все, минус вайпер. Ну я не знаю. Ну такие клоуны, ну... Главное, зачем? Если был уже этот Бристол в топе, зачем идти вайперу туда? Они как будто сами захотят просрать, вот, блин, по-другому не скажешь. Ну зачем? Это ж хуже намного. Или они не понимают, или что, как это объяснить-то? Походу нет. Не, может, реально не так очевидно? По-моему, читаемо. Лучший расклад был, как игра вот трипла с Бристлом. Которая была... Посмотрим, может быть, не все потеряно. Все-таки финал прошли. Думаю, уже все потеряно. Смотри, сайленсер выигрывает мид. Собаки. Ну, собака просто левел лутает. Ну, она уже из игры в игру так делает. Ее ложить там будет, фарм не будет. Смотри, заходит, ставится тамба наверху. Сфокусят Никса. Ой, как хорошо. Ну, надо разор. Венга без маны. Так, а что, где цел? Очень далеко. Ну, стандарт. Не, думаю, разор сейчас их... Двоих не убьет. Там тамба стоит. Двоих убьет. Нет. Смотри. Оп, троих убьет. Нет. А нет, смотри. Тамба стояла, очень много дэмэджа сделала. Вот, да, а с Бристлом да. Было бы еще лучше. Да, у вайпера просто высосали дэмэдж, а не дамагал, а Бристл просто камешками бил, ему насрать. И он бы впитал больше, если бы спиной повернулся.
Ну и в следующий раз, если будет фокусить первым разором, он меньше дамага нанесет. Току вот этот ник дал стан, все. Да, и Венга также, Венга также. Неправильное распределение. Могут, да, потащить, но все равно с Брестлом было бы лучше. Непонятно. Чё за, блин, где-то был этот, что ли? Как его зовут? Undying где-то на проло уровне или чё, какого хера? Не знаю. Полгода не было. Пила, вон стоит, 8 крипов, все в порядке у меня. Ну конечно, было. Вроде в Бресла. Зачем? Интересно, конечно, хомяки, вот это ликаны управляют. Ну это такой мув стрёмный, я не знаю, как, чем они, вот надо спросить, у тебя там друг в этом, в Аквиле? Нет, он сейчас там не играет. Чем? Чем можно думать, отправив пилу этого против пилы, которая бешеный армор, физдамагеры, вайн? Ну, я подразумеваю, типа, они думают, что Брестлу нужен левел. Ну так, если то. Ну только вот реально. Слово, но... Только из-за этого. Но это как бы толк от этого левела. Так. Причем, короче, хомяки вот постоянно этот вар ставят за Т1, чтобы было видно, когда делают отводы. За 200 дорогие, слишком шутки, я не знаю, где там за 200. Ну вот 150 больше похоже. За 50. И то не факт. За 50 как бы клавиш. А ты счет не выставил. Надо было счет поставить. Ну это настолько тонко. Я не такой опытный стример. Задача, ну конечно, посмотрим третью игру. Было бы интересно. Ну, ну не то, что интересно, потому что пацаны откровенно говно делают. Такие не должны побеждать. Ну вот Бристол получит шестой, дальше-то что будет? Не знаю. Пила вообще смело может ставить. Вот один в один оставит этот лайн. Пила выиграет по ходу игру. Вот если один на один будет пила против Брестла. Просто вот там сколько. Минут 30. То есть надо что-то Брестлу делать, по идее. Или трипла, конечно, выиграет. Это уже другое тогда дело. В топе. Вот этот вайпер с рецептом на Брейсбан пришел. Жесткий, жесткий. Он не в курсе за две гантели тему. Мало хп. Пассиву. Ну хотя бы пассиву максит, вот если на 2 вкачает, будет вообще приятно. Ну вообще, зомбарь вот может, я не знаю, зачем томп на 2? Ну в смысле, это нормально. Ну дикей-то томп вообще-то максит. Пободри. Ну не знаю. Хотя дикей да по 60 дамага как бы. Как бы томп не скелится вообще, нет? Зомбари. Не, почему он... А, ну зомбари. Длительность. Да, да, ну таких драк не бывает. И радиус. Ну как бы нет, вот суть в том, что этот зомбари начинают сильнее бить после какого-то этого, да, там, как называется, порога, да? И вот этот порог выше, типа. Да-да-да. Ну вот только ради этого, а так-то больше 15 точно не будет драка, я думаю, вот здесь. Это как бы точно. Цемка вот, не знаю, зря мне кажется, ауру максит. Ну, плевать вайпер, но... Потому что в трипле скиллов они не прокидывают. Ну а в трипле это у нас хэв. Как в новой без трипле, это вообще лоб. Да, нову дала, тамбу поставили. Тамбу поставили, все замедленно. Они так ходят близко, что они могут втроем подставиться под копалку. Не уверенно, вот трипла стоит, видишь, что-то бегает, мацует. И причем та такая же. Волнуются, как бы. Престиж любого зрителя как бы, на да, кону. Это последний слот. Да, да, да. Так разум... линкует там что-то. Конечно, конечно. А разору полинковали? Так, чё Сайленсер там тем временем? Сайленсер 16-5, собака 7-1. Ну нормальный Сайленсер.
16 крипов за 5 минут. Смотри, сейчас левел 6. Чуть-чуть не успевает Сайленсер. Ой, там драка. Да-да-да. Дайнеса выпустили, он даже не поставил. Все, вот тебе Андайн. И этот тоже приехал. Кристальная дева. Там у Разора что, дамага и походу еще вайпер. Ой, как достал! Он что, копает? Ну нет, это... Там Разор замешался. Этот, да, дал отшаг. Вот нельзя зомбарю подставляться, да, это точно. Вот кто угодно, но не зомбарь. Надо прям идти боковать как-то. Да, вайперу и надо, но у него он тапок купил. Вот зачем тебе тапок в трипле? Ну вот, да, два, две гантели, Пурман Шилд и стик. И у тебя да, уже... Пурман Шилд, Пурман, ПТ. Ну да, 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 и ты просто, у тебя 900 хп бы сейчас... Ну что этот зомбарь опять приехал? Подожди, ну, подожди. Разорно. Сейчас могут раздать, кстати. ЦМ-ка далеко. ЦМ-ка далеко, это фейл, да. А вообще, вот сейчас, если прохиляться или даже домагнуть второй от Soul Reaper, если вайпер просто встанет и бить Разора, то все получится. Кстати, тамба очень хорошо. Да, 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 тамба идеально. Сложно разбежаться. ЦМ-ка жалко далеко. Была бы... ЦМ-ка на тап. А, да. Другой разговор. Но тут реально надо вайперу просто бить Разора. И Soul Reap попытаться дать не знаю куда. Или в Разора, или в себя все-таки. Ну и дикейчик на развороте, это конечно. Ну, лучше в Разора, мне кажется. Да, лучше дикей Soul Reap сделать. Чем быстрее у Разора упадет хп, тем не зомбари будут. Что там такое? Пацаны замесы идут каждую минуту. Бристол с этим. Ring of Kells. Вот это сайленсер на виду. Не знаю, зачем они его брали. Тоже не знаю. Типа думали, что сосалка Разора прерывается или что? Нет, не знаю. Когда они взяли, я уже не помню стадию. Может они под нагу его брали, что? Чтоб сон не отжало. Сайленсера взяли после винги. Винга третьим пиком, потом сайленсер был. Ну бан наги был во второй стадии. Нагу забанили во второй стадии. Да, 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 да. То есть... Не, ну сайленсер же нормально заходит, да? Под эту, под нагу. Это дерьмовый герой без стана. Ну да, конечно. Много, кстати, героев увидели необычных сегодня. Некры были всякие, вот Ликан, вот этот, Сайленсер, Зомбарь. Три игры Зомбарь. Четыре героя. Не, ну все равно, как бы, это много на четыре игры. Венга тоже. Кто-то еще, наверное, был. Дазл был. Я в качестве уважения судьи. Ого, ого. Он может тебя отжимать. Читаем, господа. Ого, какой ты. Вот такой вот, мне только власть дай. А еще можно в курсе заборю. А кстати, этот обратно летит или уже вперед? Команда. Согласна. Не знаю. Можно ждать. Логало. Логоло. Этот. Этот, как его, кружок от Разора вперед летит или назад? Вперед вроде. Если вперед, то просто зомбарь сейчас сдохнет. Она, да. Она два раза дамажит. Если... Ну... Сжимает тебе малыш. Конечно, любовь зрителя это очень важно. Если играть, то только на зрителя. Конечно, тут больше никто. Весь спорт это вообще на зрителя игра. Гоу. Все отжимает. Вот смотри, смотри, нет, назад. Все, дикей, да, правильно, Soul Reap, да? Надо ой, дикей. Разора. Ой, хорошо. Все, давайте, но. Ой, дикей, а тамбу раздавили, но. Цемочка качнула левел, но не может скилл взять. Ну разор. Ну да убей ты его, ну цикло. И сейчас уйдет просто Разор.
Шестой левел, разор, лол, тебе два левела за него дадут. Ну все, он просто отхиляется. Ой, как Мансуй! Ой, промахивает. Нет, просто ЦМ-ка не качнула, ну вот. Не разобрался, микро не хватило или что. Так и проигрываются игры. Ну, 7-2, всё, ребят, плохо. Вот этот сайленсер, который опять юзлес. Вот умеют юзлес героя взять, парни. Не занимать им это. Так, ушел Разор, вот сейчас ты одних с Вингой. ЦМ, что взяла? Да я думаю, они даже вдвоем могут насылать. Нет, ну вообще, если Вайпер подставится, у него резист есть. Может и вытанковый стан. А дальше как бы ничего не будет. Ну вот, они пошли сейчас. Не, ну смотри, Бристол нормально стоит. Ну и чё, вот он стоит нормально. Ну, Вангард сейчас будет. Ну и чё, этот Вангард. Ну хоть чё-то. Ну, ЦМК поставляет. Вот Бристол с Вангардом. Всё. Нифига себе, там сбрили эту того. А, ну под этим, под хаулем. Если кому-то и раздавать, то Бристлу. Короче, пацаны просто берут триплу в хард и затычковывают. Ну это вот... Хаулем. Ну в смысле... Такое. Не контрящаяся эта тема. Да. Есть варианты. Пацаны просто их или не знают, или... Короче, непонятно. Очень мутный пик сайленсер. Очень мутный хардовый Бристол. Да, вот Вайпера бы оставили, как бы все было бы. Он бы обоссал пилу. Получше. Бристол бы тут быковал сейчас на этих троих. Типа сливайте меня, стану ложить вообще. Спиной повернулся, поймал два стана, развернулся, вайпер плюет, этот, ой, какой вайпер, не вайпер, дикей стоит, нова стоит. Ну вот и сейчас уже 10-я минута, вот сейчас как бы начнутся драки, типа там 4-4, 5-5 может, и у Аквилы нету тимфайта нормального. Ну Бристол может порешать, но это надо ему впитать очень много. Это ему резист нужен магический, очень. Пока что. Ну, мне хотя... кажется, там Разор насосет очень много дамага и там пробьет через Варварда. Ну, Разора можно покусить. Опять героя нет цепляющего. Замедления вообще нет. Это надо ультовать в Разора. Вайпер. Ой, Ликан под ДД просто забирает сайленсера на него. Нет. Нет, уходит. Вот сайленсер нормально отыгрывает и по крипам переигрывает пацана. А еще бы он не переигрывал, он стоит, Ликан тупо под башней. А это как его? Что-то я хотел. А на той игре он на ком играл? Сайленсер. Не помню. Опять тут фит на трипле. Сайленс. Пила прибежала. Вот о, я... Бристол тут. Ну, Бристол пила тоже тут. Сейчас его подстанет и уйдет, смотри. Все. Он, конечно, быстрый. Нет, не пошел. Смотри, Вайпер зачем-то байкбэкнулся. Ой, ну это пила приехала, лол. Ой-ой-ой, еще вот этого тоже. Ну этого-то точно. Красава. 2 в 3. А, байбэк, 2, 3 в 3, байпер, да. Вайпер зачем-то пейзы делает. Ну это просто неправильный вайпер. Он просто, походу, не умеет, я не знаю. Не ходил так, ты бы. Понятно, что вот стик тебе по-любому нужен. Ну да. У всех стики есть, у вайпера нет. И он 700 хп делает этот. И идет вайпер с хард. Ну вот сейчас это нормально, и но ликан. Поздно очень. А, уже ликан. Ну, да, что мешало сразу поставить? Им даже мало того, что ничего не мешало, так они еще стояли правильно, они разошлись неправильно. Новый год можно сделать сейчас. Под стики. Нормально жил вот Бристол. Ой, ну все плохо. Контакт поздно подошел. Сори. Ну куда вот, блин, ну не туда идёт. Забей, сайленсер, короче. Вот вот. Где сайленсер? Я герой без станов. Всё, погнали. Погнал. Замаксил, кстати, курс. Useless вообще.
А, ну хотя у него это на 3, кроссворд. Так, что по XP? По XP 3,5. По голде 4. Ну все не ну, так я плохо. Думаю, тут сейчас все к понятному финалу подойдет. Если в 5-5 начнется под Брестлом, под СМ-кой. Ну, вайпер тоже нужен. Пятером надо драться. Ультовать в разора вайперу, быстро сбривать. Я вайпер ультанул в этого, в Ликана. Ликан просто прожал ульту. Ну да, да. Подставляется сайленсер. Ну, вот. Единственный герой с фармом. Ой, вот Том хороший. Ну, убег куда ты? Сайленсер бы на самом деле байбекаться и прожимать массу. Вообще, да. Если бы не подставился сайленсер, тут могли раздать. Вот тут опять у разора бешеный. Разор дамаж, там да? Просто 300 дамага. Да. Кура сдохла. И вот Бристол. А вайпер где был? А, вайпер за месяц сдох. Очень плохой да, файт. Все не так должно быть. Должен был танчить Бристол, Бристол последний сдох. Сайленсер подставился, у него массало было. Не знаю, зачем он там один стоял. Такой вот герой без эскейпа, без ничего как-то стоял. С ПТшкой. Плохо. Ну да, плохо играют, ничего не скажешь. Ой, все, минус винга, минус винга. Не, подожди, не минус. Еще тычку надо. Вот сейчас минус. И только вот этого санится. Ну, вингу забрал. Винту полутал. Отлично. Первые, кстати, участие ну, в киле. Первые две инты. Очень поздно. Сейчас пойдет. Может и пойти. Вот главное Ликана соло не оставлять, но. Блин, не знаю. Ну это просто, блин, такая же абсолютно игра. ТПшится пила вниз, сейчас какой-то вайпер будет убивать. Ну, сейчас топ спушит тогда. Можно, кстати, убить да. Разорка. А, цепануть же ничего. Четверо стоят и просто нечем спать. Сайлист пупует, вешает пульсу и все. Он убегает. Да, сдох. Забрали вайпера. Походу ГГ время писать. Никс вообще стоит АФК, что нет. Ну, ПП приходит на топ. Не знаю, зомбарь без замедления это не герой. Опять тот умер. Ого! По 300 с руки. Ну, тут по всем лайнам уже просто карнавал. Ну это ГГГГ. Any second. Да, интересно было бы услышать, что там ребята сейчас обсуждают. Что они так сделали. Да. Может мы на самом деле не то говорим, на самом деле, может. Все надо было. ГГ вот. Как-то очень неуверенно, легко. ГГ. Отдались. Даже не знаю. Какое-то вот смутное впечатление от финала, я думал, будет пожестче. Ну да. Финал тоже сколько можно раз, было. Сколько раз ходил, на этот раз думал гораздо лучше. Да, на финалы сколько раз ходил. 13-3.